Бараболин Егор. Алло? Нет, не рак, просто тубик. Вы, Александр, проходите. Анализы очень, я вам скажу, не очень хорошие для вас. Вот. Есть подозрение на онкологию. Я бы посоветовал вам сейчас же ложиться в стационар и пройти полное обследование. Ваше состояние сейчас очень серьезное. У вас не так много времени. Вы это... Понимаете? Александр! Вы забыли. Подождите! Давай куда-нибудь сходим. Давай сходим сегодня куда-нибудь. Давай сходим куда-нибудь сегодня. Угу. Морг. Надежда, вы сегодня заняты? Привет. Привет. Ты сегодня чем занимаешься? Эй, поехали. Надежда, вы просто космос. Придурок. Не так много времени. Вы это понимаете?
Реабилитационный центр «Надежда». Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Александр? Очень приятно. Сергей Борисович. Меня попросили провести с вами несколько встреч, чтобы обсудить некоторые из ваших проблем. Вы не возражаете? Хорошо. Начнем с простого. Как вы нас нашли? Скажите, а когда вы в последний раз улыбались? Да? Сергей Борисович, я проверила все тесты. О, вы все-таки пришли?